афишинг, я как обещал, даю вам свой отзыв о катушке Salmo Elite Bite Feeder 8. В общем, подробные характеристики читайте в описании под видео. Отзыв мой после около 15 рыбалок уже провел. Рыбулька самая большая, карп 7 килограмм. Запаровозил, байтранер сработал отлично. В общем, мне с байтранером, ну это первая моя катушка с байтранером, мне понравилось. Тем более, один из плюсов — это ее цена. 8 подшипников. По намотке у меня две катушки, в одной пришлось подложить шайбочку. Немного была намотка конусная, ну здесь шпуля ровная, поэтому конусная намотка не подходит. В общем, выпускается катушка в трех размерах, это 3000, 4000 и 5000. У меня 5000 размер, и отлично стал на фидер 3,90 длиной. Значит, работал с грузами максимальными 80 грамм кормушка на течении. В принципе, более-менее темповая рыбалка была, и нареканий на работу катушки никаких нет. В общем, за такие деньги, друзья, я думаю, компания Salmo, ну, превзошла все ожидания от этой катушки. И, конечно, если я не ударюсь где-то в спорт, то катушечку менять не собираюсь. Мне очень нравится она. В принципе, если у вас какие-то вопросы дополнительные будут, я с удовольствием отвечу. На этом мега короткий обзор и отзыв закончен. Подписывайтесь на канал и до встречи.